Всем привет, с вами Ранор, прекраснейшего вам настроения. Итак, прямо в начале сразу расскажу. Значит, я за кадром, как видите, разрыл немножечко вот такую поверхность. Все-таки я оставил вот такой вот участочек поверхности, да, в котором... предбанничек такой вот оставил, то есть я решил все-таки, пускай будет мне маленькая такая сауна, потом я из нее сделаю или что-либо подобное. Вот, да, как видите, у меня сейчас несколько друзей, но это не самое главное. Самое главное в том, что я... у вас хочу спросить, для меня крайне важно ваше мнение. Может быть, мне стоит... Ох ты, малыш, а! Нет, ненавижу малышей этих. Да, один из зомби, из одной из зомби выпал вот такой вот. Да, ты промазал. Так, сейчас я разберусь с зомби. Да, с одного из зомби выпал вот такой вот слиточек. Так вот. Мелочь, гадкая мелочь. Да, переоборудовал немножечко я. Мелочь гадкая. Сгорите все в адском пламени. Вот тебе раз. Вот тебе два, вот тебе три. Так. Итак, вопрос звучит следующим образом. Стоит ли мне, вместо того, чтобы делать просто такой вот летсплей, да, стоит ли мне запустить промежуточно проектик такой небольшой, на тему того, чтобы, короче говоря, пилить именно не летсплей, да, а именно гайд по Terraformcraft'у. Вот более подробный, а не такой плавный, когда я буду время от времени что-то там рассказывать и показывать. Уже более что-то серьезное. Вот, ну конечно, в таком случае летсплея будет немножечко поменьше, а зато будет очень много гайда. То есть, потому что я смотрю, что толкового гайда по Terraformcraft'у практически нигде нету. Вот, и поэтому у меня есть сейчас крайняя мысль, да, на эту тему, что, ребят, если вы хотите все-таки и поддерживаете мою идею на эту тему, прошу отписаться в комментариях. Я понимал, может быть, действительно стоит мне делать не летсплей конкретно, да, а именно прям конкретный гайд запилить по Terraformcraft'у, то есть более объемный, более подробный, со всеми нюансами, и это будет гораздо быстрее, я расскажу все тонкости, чем я буду просто летсплеить, просто играть. И такие вот дела. Поэтому жду ответа в комментариях на эту тему, да, чтобы уже более детально я мог рассказать, если я буду играть уже в другом мире каком-то, вот, и именно вот все тонкости, нюансы Terraformcraft'а рассказывать в таком подробном, да, и плавном летсплее, который я сейчас совершаю, вот, а уже четко сразу по всем фишкам, что называется, Terraformcraft'а, пройдемся моментально, не проходя это в вот таком вот режиме летсплея. В принципе, вот как бы объявление такое вот, все вроде закончилось. Ну, в принципе, как бы вот рассказал, что хотел.
Вот. То есть, да, жду, короче говоря, подробнейшего от вас ответа об этом всем. Вот, ну, плюс мы там, возможно, запилим именно гайд, запилю гайд на тему того, как вообще собирать Terraferma Craft, да, вообще как собирать клиента, как собирать серверы, как потом это дело все играть, вот, как бы более детально. Ну, то есть, это будет менее интересно, может быть, чем летсплей, но зато более ясно, да, более интересно с точки зрения именно гайда по последней версии Terraferma Craft. Да, и не только Terraferma Craft, на самом деле на тему еще и смарт-мувинга точно так же будет более подробно все рассказано. В принципе, значит, что это у меня здесь растет? У меня здесь растет вишня, да, у меня здесь растет... Сделал, выложил чисто, опять же, эстетизм для такую вещь, как место для обжига всякой ерунды. Вот. Построил такую вот штуковину и, да, выложил более объемную вещь, ну, то есть нашу, что называется, лесничество, да, расширил, сделал его более длинным, ну, и таким вот образом переделал. Здесь теперь у меня еда где-то хранится вся, вот. А здесь у меня различные ресурсы, да. Значит, сауну сейчас покажу, которую я себе сделал, потом в дальнейшем я ее переделаю, когда у меня будут более продвинутые технологии. То есть пока это вот так вот выглядит, да, вот такая вот банька, чтобы попариться можно было. Что у меня здесь? Здесь у меня тоже есть сундучок, да, в который я скинул саженцы, пока вишни. И немножечко палочек накидал, чтобы было. Так, чем займемся? Займемся тем, что буду я, наверное, бегать немножечко и присматривать все местечко, например, на тему того, чтобы сделать более толковый участок от... Неплохо, так и гнилый какой, на самом деле, посмотрю. А лопатка скрафтить было неплохо, не просто так ее бросить. Значит, здесь где-нибудь сейчас начну разрывать место под... так называемые очистители, да, ну, как бы слюз, короче говоря, на английском это дело называется. То есть то место, в котором мы будем намывать руду, а не просто так ее, что называется, искать везде. То есть есть еще один способ, кроме того, как бегать, да, а именно построить слюз. Для этого, конечно же, нам потребуются некоторые ресурсы. Но самое главное, что нужно место под это дело. Так, здесь у меня что-то, я так чувствую, что не получится это сделать толково. Поэтому, наверное, могу смело все закладывать обратно. Вот. Зря раскапывал, только зря тратил лопату и время. Значит, там камень мешается, а камень пока у меня нет возможности разрыть.
Вот. В принципе, такая вот коротенькая серия. Извините за немножко короткую серию, да? Но суть в том, что я на самом деле жду ваших комментариев, жду ваших ответов на тему того, стоит ли или не стоит мне заняться не летсплеем, а именно заняться гайдом, в котором мы будем разбирать все нюансы и тонкости именно терраформа-крафта и смарт-мувинга в том числе, кстати говоря, потому что этот мод мы играем, да, он у меня стоит. Это мод, очень хорошо сочетающийся со смарт-мувингом. Вот. Ну, в принципе, это, наверное, все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Раонор. Пока-пока и счастья вашему дому. До следующих серий.